Вот этим песочным. Вскрыть все песочным. Розовато-песочным. Хорошо? Голубой войдет сверху. Да? Да. Хотя должно было бы быть наоборот, но из-за заката лучше так. Значит, возьмешь тряпочку. Угу. Можно сразу усилить светлость закатика и плотность. Светлые партии, мы помним, любят густую краску, темные не любят. Поэтому светлой партии чуть-чуть напустим вещества краски. А заодно и здесь чуть-чуть черканем, пусть будет там он здесь. Сиреневатый. Можно взять голубой, розовый. Начнешь напускать вот эти темноты. Вот эти темноты. Деликатно. Создавая вот этот, вот эту конфигурацию. Ты видишь, уже неплохо, да, уже? Если к этому прибавить палец чуть-чуть для мягкости, будет еще более дымчато. Это облака, поэтому среда дымчатая. Вот она. Но мера красочки соблюдаем ее. Голубенький, будешь более деликатно вводить, создашь этот голубой цвет, который там, выдавишь себе белил чистеньких. И вот, допустим, там, где понадобятся эти голубильцы, будешь немножечко подтирать, вот там, где совсем голубой, укладывать голубой, а дальше он будет распространяться в этот песочный цвет и таять, как там и есть на картиночке нашей. Хорошо? Да. Давай так. Ну, можешь голубой набрать это пятно, чтоб оно уже было, чтоб оно уже с нами играло. Каменюкочку посадить. Давай. Да, здесь много голубенького этого насадишь, можешь даже тряпкой, чтобы потом сверху на это песочным цветом укладывать и раздавливать. Укладывать и раздавливать. Сейчас пока на этом цвете это не видно, а когда ты создашь, то будет где укладывать. Розетов, и раздавливать. Чтобы начать ее кладывать и раздавливать. Рыжуники там тоже. Белила себе выдави, так чтобы чистенький цвет мочь зачерпывать. Рыжуники тоже. Вот они, вот они. Вот они. И тоже раздавила. Вполне небесно. И вот эти тоже, ребятки, вот эти. И их тоже укладывать и раздавливать. Я все рукой уже доделала. А где картинка? Я уже все доделала рукой. Ну и нормально, что доделывала рукой. Ну а вот я-то хочу, я ради чего их рисую-то? Значит, вот эти вот дракончики рисовать. В том числе. Как это делается? И вытирая тряпку, раздавливаем. Темненькие тоже. Здесь это что? Это типа столы или чего? Ну, да. Говорит, сколько берете нам? Сейчас посмотрим. Тонкий намек. Готово стоит стоять. Очень немного, очень так. Видишь, еще и вспомогаю. Не только пальцем, но и прямо мастихинчиком.
вот эту ядовитенькость желтого можно посадить и позаслонять. Да. Два сольда плюс два сольда будет. Пять сольда? Угу. Да. А ну-ка при мне. Вот подобный трюк. Ну как он мне сейчас? В любом, когда там куча мест. Ну, например. Вот тут? Тут? Например, да. Ну хоть где-нибудь. Ну вот здесь. А как? Только что я показал. Ну, нормалек, нормалек. Ну и что? Ну, рука движется и вот так движется. Как угодно движется. И вот так, да? Ну, ты подвигай руку. Ну, нормалечечек. Повернула и заставила. Еще и так. Вот, добрала красочку. О, смотри, вот. Вот движение. Ну и так. И сяк, и бряк. Потом вытерла. Придавила. Немножко. Дооформила. То есть желтый ничего что-то идет, да? Желтый? Ну, там же из желтотой, там ядовитенький закатик, поэтому пусть будет. Ну, нормалек. Нормалек. Отлично. Все, вытерла в тряпочку. Так. Попридавливала. Так. Не придавливала. Отлично. Не, не, отлично, отлично. Ну, размазывается. Ну, нормально, нормально. Теряет форму. Нормально, нормально. Не, 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 не. Смотри, какое небесное. Ты просто его не доделала еще. О, смотри, все небесное. Небесное, небесное. Да? Так, так, не знаю. Наклончик можно очеловечить. Совсем без этого будет скучнятина. И опять же дракончик, который ты пыталась сегодня получить. Смотри. Берем цвет белого в тени. Единственное, что он будет более сиреневым, потому что у нас очень розовое состояние неба. Смотри, вот давлю перед собой красочку. Ну, край, давлю. Не всей. Не всей. Угу. Вот. С небольшим наконек. Небольшое наконек. Угу. И вот оно. Звучание драконистого. По макушечкам потом оранжеватый белый. Светик этот. И тоже его можно чуть-чуть загнать вот в это же. Если надо,
еще светленького. Просвет воды, да, вот этот прозрачный характер вот этого просветика. Вот, хорошо. Немножечко вот этих звучиков, то есть вещества краски сюда. Угу. Причем там есть такая идея, вот эти струны, находящие пены. А раз там есть струны, значит хорошо бы, чтобы кто-то этим струнам противостал. Даже если ты этого не видишь, знаешь, что это будет хорошо. Там это угадывательно немножко есть. Вот я создаю эти струны. Ой, эти самые, эти противопоставляющие струнам звучики. Идея нарочито висячего. Создаем эту нарочито висячесть. А потом сверху на нее начинаем укладывать и светик. И струнный характер вот этих. Где-то вода глянца, где-то вода вот так раздавлена, только пленка воды, где-то звучики такого характера, густенького, то есть нахлобучка пены. Оно? Да. Все попробовать. Смотрите, попробую. Смотрите. Каменюкочка вместе с синеньким чуть-чуть. Раздавленная краска. Угу. Мастихинчичком. Макушечки светленькие. Чуть помоделировала. Вот так, чуть помоделировала. Отражение. Угу. Создала. Темноту, если надо, чуть-чуть дополнила. Кисточкой домазюкала. Вот, смотри, прямо вот такое создать, вот такое. Тогда вот, когда есть что-то вертикальное, малейший звучочек горизонтали. И ты посмотри, какая в воде, да? Стеклянность воды. Угу. Свет из-под теневой. Угу. Видишь? Угу. Значит, да, кроме мастихиновых укладок, вот угу. такие, вот такие, вот такие. По краям. Да, смотри. Да, да. Вот да, они. Да, да. Просто я подумала на выставку. Сейчас. Так, вот они. По краям. Да что ж такое у нас? То ли белый, не белый? Белый, не белый.
Вот они, смотри, краешки. Чуть-чуть как бы плотнее краска приходит, да? Как еще можно так себя не ценить? Я не знаю, это же ужасно. Вот повесить дома такое роскошь. Просто. Ну, какое пространство, дом даже. Ну, все равно. Нет, и главное, такой капризный. И в результате запечки. Ну да, тоже непонятно. Нет, они стируются, вот надо... Вот эти слои чуть-чуть. Угу. Вот, ну, они. Вот они. Так я то, что вот в живую краску оно очень съедобно вписывается. А потом будут уже не такие. Я понимаю, понимаю. Или в масло, да? Да, или в масло идет прекрасно. Уж иногда здесь туда почему-то было, а там просто. Может быть, чтобы они там тоже похожи, как будто бы. Маска какая-то, подожди, вот эти пугалки, страшилки. Может быть, все-таки идею этого глаза перемоделировать на что-то другое, чтобы он не смотрелся глазом. Ну, чтобы он не выглядел поднявшийся куклусклановской. Ну, скажем, чтобы оно не выглядело глазом. Вот лучше эмбриончиком. Да. Пустяк, а уже иначе. Так, хорошо, хорошо. Ну и кисточкой чуть-чуть дополнить это. Вот этими полосочками. Подожди, чуть-чуть. Сейчас, смотри. Вот эти вот настроения. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот эти синенькие. Лоскутки порванности. Порванности пенные. Ага. Вот они. Чуть-чуть, чуть-чуть. По камушкам. Чуть-чуть, чуть-чуть. Свисательно. Камушек не дорисовала. А я думаю, это свалма. Смотри, здесь хорошо торчит камушек, прямо над... Нет, ну вообще-то шикарно торчит волна. Сейчас, да-да-да. Игорь, зачем? Смотри, прикольно с камушком будет. Я так решил, что с твоей... Он же создает, собственно, вот этот вздыб. Вот они, вот они, вот эти вот. Вот эти вот. И плюс синечка. И плюс синечка. Алисё? Да. Молодец. Я бы вот здесь еще пеночку бы увеличил чуть-чуть. Слава Богу, скажи, дрожили. Смотри. Чуть-чуть бы ее толщиночку бы. Ты же как раз хотела попробовать именно вот эти исполнения и поленилась. Если смотри, мне кажется, вот здесь смотри, вот смотри. Белого не надо. Не надо, там тень. Вот это вот белая постика. Вот это чуть-чуть, вот это чуть-чуть. Вот эту пеночку чуть-чуть. Я эту пену нарисую. Хорошо. Кусок, да, и вот там. А там вдруг бы испортила. А вот здесь вот белое не надо? Надо. Можно кисточкой.